Всем привет, мои дорогие зрители! Смотрите, какой у меня тут беспорядок. А в чем дело? Дело в том, что я сегодня решила убрать один шкаф, сделать перестановку. Тут у меня базар. Наш Кембудай принес для птичек. Картошечку купил. Так. Огурчики, хотя ему сказала, что ничего не надо покупать, мы не съели то, что купили, но все равно он купил. Смотрите, какие фрукты. Вот это скрытые углеводы, вот это вред для меня, только у меня сахар. Знаете, что уже не смотрю, ни сахар, ничего. Главное, что вес мой держится, 57 килограмм. Несмотря на то, что вчера я ездила к родителям, покушала бюрек, и сегодня тоже бюрек один съела. Ну вот, цель моя сейчас не набрать, да, и быть здоровой. Ну, я продолжу это потом, когда вот это закончится. Ну как, скажите, можно это не попробовать? О, ведь это же моя слабость. Смотрите, мой муж мне принес углеводную бомбу. Вы видите, я не знаю, сколько это стоит. Но до этого вон, здесь у меня зелень намыла. Килограмм черешни. Боже, тут у меня мята. Так, дальше идем. Вот, смотрите, я сегодня все баночки перемыла. Все баночки перемыла. И, естественно, вот они. Сейчас я буду это все разбирать. Вот. И красиво хочу там уложить в шкафу все. И еще что у меня здесь? Здесь у меня картошка, там у меня яйцо, будет салат летний. Здесь я буду сейчас яйла-чорбасы делать, готовить. Тут у меня вот наша ваза такая стоит. Здесь, смотрите, сушу, сельдерей сушу, базилик сушу. Наши птичечки, красотулечки. Так, друзья мои, а вот мой этот шкаф. Надо его забрать как раз. И... начинать укладывать. Показываю вам голубику, поблила цветы. Погода замечательная, настроение у меня отличное, полна силы и энергии. Кстати, я же здесь сделала перестановку. Я сегодня убрала все здесь чистенько. Смотрите, поставила цветок туда, эти цветы поставила сюда. Мой муж пришел, а кушать нету еще. Пипец мне ждет. Цветы поставили туда, это сюда поставила. А здесь я, знаете почему? Потому что я хочу сидеть и наслаждаться видом. И видео записывать вам. Здесь он лишний оказался. Вот так. Да, Ашкым? Да. Мой Ашкым пришел, любимый. Мой золотой. А Чашкым и Шик, сынида. Чикеринги, раз тебя сниму чуть-чуть. Да. Ашкым. Ашкитон. Для птичек купила, аферинцы. Ну, в общем, друзья мои, буду заканчивать. А, еще он клубничку купил. Клубничку купил еще. Вот, клубничечку купил. Буду мороженое делать. Ну, мне по бизнесу сейчас очень много. Только что закончился вебинар, не успеваю ничего. Все, друзья, пошла я готовить мужу обед. Всем привет, друзья мои. Тут я пока занимаюсь йогой. Прилетела голубка. И знаете, что она делает? Она тут вся по моим горшкам проходится 50 раз. Вы видите? Вы видите? Они ищут себе приют снова. Не-не-не-не-не-не-не. Только не мой балкон. Дорогие квартиранты. Только не мой балкон. И они вылетели оттуда. Надо срочно нам что-то делать со Шкивом. Вот вас больших нам не хватало. Это точно. Давайте, чистенький балкон, нечего вам тут делать. А я-то смотрю, что тут Мавиш так нервничает. Мы только избавились от этих ваших вшей. Кыш отсюда. Цветы едят, во-первых, вот эти сиреневые. И им что-то очень нравится здесь. Я снимаю. Она решила прилететь снова. Вы видите, какая наглая. Здесь надо что-то придумывать. Вы видите, как им нравится здесь.
Только не это. Нет, нет, нет. Ноу, 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 ноу. Давайте, кыш отсюда. Все, я разозлилась. Сегодня я, знаете, что обнаружила? То, что у нас, когда я занималась йогой, два голубя прилетели и залетели вот в эту большую нашу дырку. Я цветок убрала оттуда. Представляете, место себе там подыскивали. И вот Ашкин сейчас делает. Я сегодня кушаю вот таким салатом вкусным, свежим. Покажу сейчас. Тут у меня базилик. Все сушится. Да. Сельдерей. Птички сытые. Такую вкусную приготовила еду себе. Это сварила для птиц. Это для нас. Знаете, что сделала? Спагетти, конечно, спагетти. Спагетти с куриной грудкой, с помидором, с сыром. Видите, как сегодня, как настоящее спагетти, так порезала тонко, не поленилась, для себя красиво. Вчера я мужу приготовила суп яйла, будет кушать. И сделаю ему потом соте. В общем, у нас разное питание. Фрукты я вам показала, да? Все показала вам фрукты. Кушаю, рот не закрывается. Вот такие вот дела у нас. Какая у меня вкусная тарелка. И такое красивое у меня блюдо из спагетти. Смотрите, я сегодня не поленилась. Порезала так тоненько. С грудинкой. Грудиношкой. Помидорчики, чили. Как же я себя люблю сегодня. Вообще, я сейчас купила очередной курс. Вы знаете, я не могу что-то стоять на одном месте. Меня так и распирает чему-то учиться. Жажда к знаниям. Сейчас у меня есть возможность, потом у меня будут детки. Мне будет точно не до учения. У меня физически нету времени, а то бы я столько чего делала. Я не могу дошить эти четвертые штаны, а я из заловки. Потому что у меня какие-то свои дела. Я же деньги зарабатываю, друзья мои. Чтобы детей привести, одеть, обуть. У меня такие планы на них, моих сладеньких, солнышек моих. Еще месяц у школы. Школа у Мари будет и Демушки. У Ирмочки вчера закончилась. Вот. Маме говорю, хочешь, я завтра приду? Он говорит, зачем? Моя мама, знаете, скучает и не хочет, чтобы я приезжала. Потому что она настолько привыкла комфортно жить. Новые люди для нее это дискомфорт. Во-первых, мне надо думать, куда меня положить. Там еле они сами устроились. Потом, чем мне накормить. И месяц не за горами. Мне нужно очень хорошо поработать и продвинуться вперед. Я такое чувствую прилив энергии. Жажду к знаниям. Особенно у меня сейчас новая тема. Нумерология. Я хочу понимать, что значит число 8 и вообще под каким знаком я родилась, что такое код успеха, что такое денежный код. Это играет очень огромную роль в характере человека и раскрывает вот эти действительно мои слабости, недостатки, можно так сказать, с которыми я могу уже впредь бороться. Надо бороться и жить, и себя на первое место ставить. Вот какие вы молодцы, когда там я увидела мельком, поддержал кто-то меня. Светлана правильно сделала, поехала на яхту, погуляла. Какая вы умничка у меня. И все, которые поддерживают меня. Потому что я вот такой вот именно добыватель, да? Добыватель, учиться, расширяться. Как я люблю это все. Меня однотипное не устраивает. Что-то хочется дальше, дальше, дальше. Как мой преподаватель по нейрографике. Так вот, мои дорогие девочки, мальчики, я обедаю. Покажу вам себя чуть-чуть. Я в этот раз покрасила волосы, сделала светлый цвет, и мой муж сказал, что мне так значительно лучше. Также я маникюры полностью постригла. В чем дело? Не уйду. Такая-то вкусная еда.
просто обалдеть. Вот эти спагетти. Как я раньше в Грузии не знала, что кабак можно есть. Мы их солили, или я знала, что их дают на корм уткам, гусям. Вот. Так что приятного мне аппетита, мои дорогие. Я сегодня была на двухчасовом вебинаре. Сейчас мне надо приготовить соте моему мужу. Плов приготовить, так как я вечером иду на зумбу. Вот так вот, хоть есть зумба. Вот тут видите номер, код успеха мой. Угу. Восьмерка, у меня такое мощное число. И это способность к лидерству. И это у меня получается тащить за собой команду. Но есть много и слабых сторон, когда я тащу всех на себе. Вот это надо бороться с этим. Не бороться, а работать. Хочу поделиться с вами, чем я вчера занималась. Сделала вот такую перестановочку. И очень удобно. Полочку освободила, так как у меня много кето-продуктов появилось. Все заполненное. А вот эти вот баночки удобнее отсюда поблизости брать, да, чем туда место занимать. Вот так вот красиво, аккуратненько получилось. Здесь я готовлю соте мужу. И двух часов, два часа с половиной я уже на кухне. И вот пришел мой ашкым, помидоры, пизель, ашкым, неоду. Соте готово. Я так наелась. Сейчас вот приготовила себе чай. К соте будет вот этот плов. Я заварила рис. Всегда заваривайте. Посмотрите, сколько крахмала выделяется. Сейчас на ходу фрукты кушаю. Вот скажите, ради вот это такие углеводы. Это скрытые углеводы. Ни в коем случае я не знаю, когда я приду к этому. Но я не могу себе в них отказать. Это моя слабость. Но это очень много минусов здесь в нем. Клубнику можно. И то норму надо знать. Ну, а я не знаю норму. И побегу я работать, потому что завтра у меня так часов 6 начну жарить плов. В 7 я выйду из дома на зумбу. В 9 приду, уже начну. Сами понимаете, в каком состоянии буду. Надо, кстати, для вас видео открыть. Но у меня много работы сейчас по бизнесу. Завтра запланированный день. Утром сделка. Потом встреча у меня с подружками моими. Потом ко мне приезжает моя подружка, бизнес-партнер. Вообще, кто у меня в бизнесе, в моей команде, все становятся мне подружками. Так что, если вы хотите дружить, приходите в мой бизнес, и вы будете моими подружками. Ну и, конечно, не только не все у меня подружки в бизнесе. Но в основном сейчас те, кто у меня подружки, они все в бизнесе, потому что у нас появилось очень много тем общих. И тут возникли жизненные ситуации. Моя подружка Катя, бизнес-партнер. У меня девочки, Малюша моя, у которой был день рождения, она инвестор. Вот. Инвесторы. Они не развивают команду, а просто инвестировали, едят, ждут своего часа. У меня много очень друзей таких. Все они приезжают ко мне, видят меня, как я живу и как я развиваюсь. А это, и как, и что будет дальше, вы сами увидите. Добрый вечер. Я еду в зумбы. Дельце. Мой муж меня здесь встречает. Мы хотим чуть-чуть пройтись по набережной всей. Наплясалась так. Сегодня предпоследний день, говорят. Хорошо, что вышло. Я целый день дома сижу, поэтому говорю, Ашкин, пойдем погуляем. Ой, какое же вкусное мороженое. Ашкин, сенин да хабы, да? Пёстя. Какое вкусное красное это, да? Сен да я виним. Баден я. Вкуснятина. Как можно
Вот они покушают зимой, летом сейчас, да? Приятного мне аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.